Приветствую вас. В принципе, как и сказал мой коллега, вот Кудряшов Игорь Леонидович, то, что психологи не гадают. Вот, но мы можем помочь вам именно с точки зрения психологии посмотреть на ваши отношения. Итак, меня зовут Лилия, 40 лет, а мужа Егор, 37 лет. Какое значение вы придаете возрасту и именно? А вот, то есть, вот, имеет ли значение для вас какой-то возраст? Год жил с другой женщиной, вернулся домой со словами, что никто не нужен, кроме тебя, и все осознал. Из-за чего он ушел? То есть, он влюбился, или у вас проблемы какие-то были? Вот, понимаете ли вы, что, ну, мужчина просто так не уходит и не возвращается потом? Что вы делали этот год? Почему вы его приняли? Вот, и было ли для вас травмой то, что он ушел к другой женщине? Вот. Если да, то с травмой нужно работать, в первую очередь, ее прорабатывать. Думала, отношения будут намного лучше, но не тут-то было. А почему вы так решили, что указывало на то, что отношения будут намного лучше? И делали вы для этого что-то? Либо вы считаете, что только ваш муж должен был что-то делать. Отношения ведь строят двое людей. Вот. Вот как-то так. На этом все. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.